Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Zomba Buster. Так, я хочу перепройти 13 уровень. Зачем мне здесь, как говорится, новичок, когда я могу пройти на генерала? Гаджеты. Так, мы, наверное, вот это все с тобой оставим. Леди Баг я брать не хочу пока. В принципе, меня устраивает здесь все. Сразу покупаем 2 этажа. И смотрим. У нас с тобой тут есть дорожка с ускорением. Так, зомбики идут. Давай их поставим сюда, наверное, шипы. Ну и будем потихонечку подготавливаться. Наверное, я поставлю в начале вот этого бойца, да? Как раз внизу он будет себя неплохо чувствовать. Ну давай, быстрее. Или они будут подниматься на лифте? Сейчас посмотрим. Не на лифте, а на элеваторе. Так. Угу, наверху зомби идет. Так, опять у нас какие-то определенные проблемы. Ну что, придется активировать. Шикарно. Очень круто сработало на самом деле. Почти всех зомбарей уничтожили. Ну а против этих я поставлю агента. Агент должен их неплохо бомбануть, так как они чисто идут в броне. У них нету оболочки телесной, так скажем. Просто висит одна броня. Так что агенту как раз это впору. Так, у нас шипы есть. И копим с тобой дальше денег. Вот только на кого? Либо на спецназ, либо на нашего серого бойца, который может замораживать. Правда, на доли секунды, но все-таки он может это делать. Так, давай-ка мы, наверное, переместимся сюда, потому что тут у нас идет зазывало, я его так буду называть. Угу. А сюда поставим вот этого, нашего артиллериста. Так, 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 ох, все-таки успел крикнуть, а? Все-таки он успел позвать помощь себе. Ну что же, давай, наверное, мы сюда поставим шипы. Пускай они потихоньку получают урон. Вот здесь мне немножко не нравится. Давай, наверное, вот так вот поменяем, чтобы снять с него броню. Да? А дальше, в принципе, может и артиллерист его расколбасить. Причем довольно быстро и легко. Плюс попробуем его заморозить. Шикарно. Так, давай-ка. А-а-а, смотри, они ползут наверх. Так, для этого нам понадобится что? Можно... Секунду, погоди-ка, что-то здесь у меня не вяжется маленько. Давай, наверное, вот так вот сделаем. Тут еще и летающий появился. Вот летуна-то мне тут как раз не хватало. Активируем, короче. Куда я активирую? Ой, ну ладно, в принципе, сгодится. Давай вот так вот бомбить, 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 бомбить. Я не... Вот, все, слава богу, здесь у нас получилось. Так, перемещаем сюда. Сделаем небольшой расколбас. А летающий-то куда пошел? Эй! Ну! Есть, отлично. Так, летающий, подожди-ка, родной, куда это ты собрался? О, совсем другое дело. Кого бы нам... Ну, давай призовем спецназовца сюда. Так, а этого... По идее, надо наверх его перенести. Логично, логично. Тут, как мы еще видим, зомби с броней. Но это легкие зомби, так что пока не стоит паниковать. У нас есть еще перчатка Таноса, которую я, наверное, сейчас буду активировать. Давай вот так, наверное, сделаем с тобой. Перчаточка, ну? Что-то как-то вшивенько она сработала, если честно. Очень вшивенько. Никто так и не погиб. Блин. Агент, ты мне здесь нужен. Нет, 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 не надо, не надо, не надо, не надо их пропускать. Срочно шипы. Ну. Есть. Шикарно. Успели подбить, пока идем, ребята, ровненько. Без проблем, можно так сказать. Давай еще одного поставим. Артиллериста сюда, чтобы его бомбить как можно быстрее. Ну. Есть. Не успел он пройти. Так, здесь зазывало у нас, да, находится. Здесь зомби. Тем более бронявые, чисто бронявые идут. Как нам быть? Так, как нам здесь лучше сделать? Твою же налево. Давай, наверное, поставим шипы. И, судя по всему, нам, наверное, надо вот сделать вот таким вот образом и актив... Ё-моё, куда они попёрли? Я вообще на это не рассчитывал. Я думал, что они пойдут на шипы, но, видишь, они меня перехитрили здесь. Так, мы можем вызвать с тобой... огнеметчика. Пускай бомбит. Упс, а здесь-то, друзья, неприятности у нас.
Неужели активируют, а? Неужели взорвутся на этой мине и смогут пройти? Слушай, по-моему, мы опять с тобой не получим генерала. Нет, подожди. Успели вроде бы бомбануть. Давай-ка я вот так, наверное, лучше сделаю. Не знаю, чем это, конечно, лучше для нас. Ё-моё, а тут-то, смотри, что получается. Бегут эти пройдохи обе. А тут один спецназовец. Слушай, ну этот уровень сложный, почему-то мне кажется. Очень сложный. Давай вот так вот попробуем. Заморозили. Подбить. Так, спецназовец будет у нас наверху. Шипы. А мы не успеем, да? Не успеем, ребята, все равно они пройдут. Жаль. Очень жаль. Мы потеряли с тобой одну единичку здоровья. Вторую сейчас единичку. Даже, наверное, две единицы. Слушай, блин, да как быть-то? Ну ты посмотри, а что выходит у нас. Фигня полнейшая получается. Как я должен с ними тут справляться? Извини меня, а? Опять у нас с тобой 9 хп. Короче, я кое-что понял, друзья мои. У нас очень много здесь бронированных зомбарей. Поэтому, наверное, нам надо брать все-таки агентов здесь побольше. И я вижу только такой вариант. Особенно вот против этих скелетов, против вот этих зомбарей. Ну и, как видишь, летуны у нас тоже все-таки имеют броню. Так что будем прокачивать с вами сейчас агентов. Прокачаем агентов и, наверное, мы, предположим, снимаем с них броню. И как добивающий у нас будет хорошо артиллерист помогать. Да, друзья, сделаем тогда с вами именно таким образом. Да, и вот я уже начинаю думать, стоит ли мне оставлять перчатку Таноса. Или все-таки заменить ее на что-нибудь. Можно заменить на щит. Как вариант. Нет, меня такой расклад не устраивает. Полная фигня у нас тут получилась, короче. Ого, металлический... Кто там? Бастер, медалист и... Конгломерат. Ну, по крайней мере, хотя бы бонусы дали. И получил я капитана. Угу. Гаджеты. Что у нас по гаджетам? Машина времени. Не хочу я ее улучшать. Денег не хватает. Что-то мы здесь с тобой... Ага, 5000 голды получаем. Еще 5000 голды. Еще 2500. Отлично. Так, ну теперь по гаджетам мы с тобой можем немножко тут кое-что сделать. На шипы мне не хватает буквально тысячонки. Стена 10 секунд сдерживает. Как бы было бы неплохо, в принципе. Но я, наверное, все-таки ствол улучшим. Плюс значки. У нас с тобой очень много значков, которые мы можем... улучшить. Ох ты. Вот это круто, 5 уровня. Так, где мой отряд? Значит так, мы с тобой выстрел, да? Давай, наверное, вот это вот уберем. Вот этот вот знак, значок поставим. А, плюс. Это у нас усиление скорости. Урон. Ну, броню он и так неплохо, в принципе, сносит, да? Поэтому скорость... Плюс выстрел, я думаю, что это будет намного эффективнее. Ну и немножко урона. Так, и хотел я вот этого прокачать. Убираем снижение цены. Я думаю, не нужно этого вообще нам. Так, слушай-ка, я, знаешь, что еще сейчас сделаю? Я, наверное, прокачаю гаджеты. Я прокачаю некоторые гаджеты. Вот эти вот, например. Объединяем. Так, 3-го уровня, да? И у нас с тобой... Очень много, да? 3-го уровня. Давай вот это вот поставим. Вот это и вот это. Хватит денег? Хватает. Окей. Так, в принципе, артиллерист стреляет довольно быстро. Поэтому... Тут еще и скорость стоит. Поэтому мы будем экипировать снижение времени. Нет, ну снижение времени, я думаю, не надо. Снижение времени как-то мне не совсем подходит. Давай уберем, а вот, наверное, 2 выстрела, да? Ну, шанс 3%. Шанс 3%. Или же все-таки поставить скорость. Вот так. Фу, ну что, ребята, с богом. Попробуем еще разочек с вами пройти. Сложно, я не спорю, сложно, но куда деваться.
Я еще, видишь, не использую вот эти вот гаджеты свои, которые у меня есть. Давай-ка мы начнем потихонечку с тобой. Вначале на каждом этаже, я так понимаю, ребята, надо выставлять агента. Агента именно с артиллеристом. Это будет самая оптимальная комбинация для нас. Куда вы пошли? Блин, он в лифт смылся, ты представляешь? Еще на верхний этаж. Ну здорово просто. Давай шипы влепим. Он, наверное, дуплится от шипов-то. Отлично. Дальше опять с тобой выставляем агента. Вон, тут уже ясно, куда нам надо его влепить. Естественно, где идут эти скелеты. Будем с ними разбираться. Нам даже выгоднее вот так вот сделать. Так, дальше думаем, что нам нужно сделать. На каждом этаже, судя по всему, у нас должен быть агент, если мы хотим с тобой нормально себя чувствовать. Но, как видишь, время отката очень долгое. Шипы поставим сюда с тобой обязательно. Эти еще лифты противные, а? Заморозку я пока, наверное, брать не буду. Заморозку я брать не буду. Вот этот вот чудик меня убивает. Просто убивает. Давай вот так вот сделаем. А может быть... Опа, уничтожили. Давай вот так вот поменяем. Куда он там уехал опять, а? Твою же налево. Ну нашел куда, а? Пойти. На самый нижний этаж. Шипы тогда с собой поставим сюда. Упс, а тут-то у нас никого нету. Так, ну что, придется, наверное, брать спецназовца. Ну, а фиг ли делать? Еще вот так вот сделать. Нам нужно их заколбасить. Именно он виновник всего, потому что именно он призывает дополнительную помощь. Бунтарь этот, так сказать, да? А здесь-то какого фига вы стоите на расслабоне? Давайте бомбить этого зомби. Так, тут у нас жиробас. Давай еще поставим шипы с тобой. И, наверное... Заморозку, наверное, лучше вот сюда пока поставлю. Угу. Так, этот спустился вниз, и это классно. Он тоже, кстати, ребята, с броней, не забываем об этом. Ну, видишь, броню очень классно снимаем. А уже дальше потом идет вот именно основная наша атака. Блин. Давай вот этого сносим. Ай. Ну, есть шипы. Есть у нас шипы с тобой, мы поставим их сюда. Эти куда собираются опять смыться? Наверное, на самый верхний этаж, мне кажется. Так и есть, да? На самый верхний этаж они пошли. Опять же, нам придется оставить с тобой нашего агента. А этот этаж нужно купить, потому что уже тут зомби идут. Твою же налево, что происходит? Опять позвал помощь, а? Так, с этим разобрались, давай сюда переходим. Не хватает, вечная нехватка денег у нас. Просто катастрофически не хватает. Плюс бунтарь. Так, мы можем, в принципе, сейчас разобраться вот с этими орлами. Давай, 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 давай. Дальше агент сюда пойдет. Окей. Давай, давай, мне срочно нужны деньги. Сейчас мы этого разберем. Тут два броня выходят. Здесь, наверное, тоже поставить либо артиллериста. Так, шипы. Шипы, наверное, мы сюда влепим с тобой. А, либо... Да, наверное, все-таки... Давай лучше, наверное... Нет. Слушай, может быть, нам накопить на огнеметчика, а? Нет, наверное, не... Блин, да я не знаю, что нам лучше-то. Давай так сделаем лучше. Во. Тут еще эти бегуньи бегут, смотри. Да-да-да, они очень быстрые. Сейчас мы с тобой попробуем выставить командоса. Вот сюда. Ну, думаю, пока шансы неплохие. Единственное, что он наверху. Вот здесь, конечно, небольшая проблемка у нас. Небольшая, друзья мои. Повторю вам. Надо вот так, наверное, сменить. Да ж ты перелетел-то, а? Я только думал с ним разобраться, а он, видишь, ушел. Так, призывает помощь. А у нас есть с тобой спецназовец. Так, друзья мои, ну я тебе скажу, пока идем вроде бы ровно. Вот тут бы добить. Окей, все у нас получилось. Шипы ставим с тобой сюда. Агент сейчас разберется с броней. Этот, естественно, будет добивать. Фух, напряженно-то как, а? Ты посмотри. А вот здесь нужно делать вот так, друзья мои. Уничтожать вот этих как можно быстрее. Наверху-то их тоже не меньше идет. Ёпрасоте.
Давай вот так вот. Давай, 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 разносим их. С этим-то как нам разобраться? Пока не знаю, как нам с этим разобраться. Шипы если только поставить. Давай шипы сюда установлю, чтобы уже наверняка его бомбануть. Окей. Так, тут с броней идет. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй! Срочно, срочно, друзья мои, нам придется так делать. Если мы хотим, чтобы у нас все получилось, нам придется тратить с тобой. Давай поменяем их теперь местами, да? Сюда поставим огнеметчика. Да ушатайте вы этого зомби! Взорвется, да? Хорошо. Так, с этими бегунами разоберемся. Дай шипы, наверное, сюда поставлю. Так, 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 с этими мы сможем разобраться? Или не получится? Но не забывай, у нас есть с тобой еще аптечка, мы можем ее... Нет, хотя тут, фу. Друзья мои, мне пришлось потратить последнюю энергию для того, чтобы мы получили здесь с тобой звание генерала. Но дальше, я думаю, будет сложнее. Давай перчатку используем с тобой. Ха, все. В общем, победа за нами. Быстрая рука и иммобилизированный я получил. Фу, ну главное, и прошли мы с тобой этот уровень. Отлично. Генерал, как я и хотел. Ну что же, гаджеты прокачивать не буду. Так, а здесь забираем награду. О, еще награда, медалька. Ресурсы. Так, у меня всего лишь одна медаль. Ну что я могу сделать? Куда я потратить могу? Снижает перезарядку гаджетов. Да ладно, пускай будет, на 6%. Так, теперь могу, наверное, прокачать, да? Галактический удар. Вкачиваем, ребята. Ну что, теперь, я думаю, можно переходить на фабрику. Ну и потихоньку приступать. Поехали. Тут уже дают две медальки нам за первое прохождение. Стартуем. Мы с тобой стартуем. Ух ты, это кто такой, ребят? Новый зомби какой-то. Рабочий. Эти рабочие больше не требуют повышения, а только мозги. Серьезно, что ли? Ух ты, тут еще смотри-ка, что происходит. Ребята, какие-то... Ну, мне же не показалось, ведь какие-то тут... Во! Видишь, закрываются двери. Хитро! Ха-ха. Заш... И... Блин. Так они же тут будут копиться тогда, получается, да ведь? Двери закроются, они тут накопятся. И всей ордой потом побегут на меня. Что-то меня такой расклад не устраивает. Твою ж налево, тут еще купить надо этаж. Давай, сват, бомби. Ой, какая у тебя там кислая атака. Очень кислая. Ого! Давай сюда, быстро. Пес-зомби бежит на нас тут. Слава богу, этот чувак очень крутой и разносит их довольно быстро. Так, а это что еще? Рабочий бронированный. Эти рабочие больше не требуют... Ага, понятно. Бронированный зомби. Так. Хорошо. Вот они, видишь, я о чем тебе говорил, что они будут возле двери копиться, а потом идти на тебя. Что не есть хорошо. Ну, ты сам понимаешь, первый уровень довольно легким будет, поэтому здесь без проблем все мы с тобой должны пройти. По логике вещей. Но ведь могут быть всякие форс-мажоры. Верно? Например, псина это очень быстро бежит. На всякий случай, ребята, я поставил вниз. И, наверное, вот так сделаем. По-быстренькому сейчас попробуем разнести. Неудачно получилось. Дверь закрылась не вовремя, скажем так. Этого разбили. Так, ну-ка, нам нужен агент. Агент еще один вот сюда. Да и вниз тоже он нужен. Пёся бежит. Давай-ка на шипы. Вот хуже всего, когда вот здесь ворота вот эти закрываются. И пес. Сейчас он побежит. А наш, как говорится, артиллерист, он стреляет постоянно. То есть нет у него там, ребята, время на... Ну как вот, знаешь, вот видит зомби, стреляет. Не видит, не стреляет. Он постоянно стреляет. По таймингу, короче.
Так, давай мы с тобой, наверное, сюда поставим еще одного агента. Вот так вот сделаем. Ну, я думаю, что все. А, еще волна будет. Да, друзья мои, последняя волна. Я что-то тут на расслабоне. И вот эти шипы, кстати, лучше всего ставить именно перед закрытыми дверьми. То есть, как закрывается, ставишь шипы, они стоят и, соответственно, получают урон. То есть, это круто. Давай. Заморозку поставил, но, видишь, опять не вовремя. Так, слушай-ка, вот здесь надо нам с собой, наверное, скорость-то повысить. Давай, жги, жги, жги. Перчатка. Шипы. Так, тут у нас агент, артиллерист, заморозка. В общем, здесь идеально все. Толстопуз этот, по идее, не должен пройти. По идее. Да нет, никуда он не пройдет. Вот так вот с тобой еще сделаем. Ну, я считаю, идеально. Здесь вообще идеальная комба. Все как бы... Есть агенты, которые пробивают броню. Есть добивающие. Все четенько. Ставим шипики с тобой. Хотя они уже здесь не нужны. Мы и так с тобой пройдем. Спецназовца, может быть, прокачать. Он-то как бы самый дешевый юнит у нас. Так, что там? Перфекционист я получил. И... Отлично. Я так понимаю, 5 это предел, да? Больше 5 нету значков. Опа! А это кто такой? Погибель плоти. Высококлассный железный костюм с особой функцией. Мгновенно убивает зомби без брони. Ну нифига себе. Мгновенно. Вот это, ребята, фарт. Ха-ха. Я его хочу получить. И я сейчас попробую. Точнее, даже не получить, я хочу... Так, сколько у нас тут? 2 значка всего лишь. Можем повысить скорость. Снижает время перезарядки мины. Не, давай вот это вот, наверное, улучшим. Так, отряд, где ты у нас, родной? Вот он. Скорость 10 из 10. Но... Ребят, скорость, конечно, это жесть. Скорость это жесть просто-напросто. Он будет очень-очень долго стоять ждать. Смотри, на него нельзя... Ага, то есть урон бесполезен, да, для него? Снижение времени. То есть именно время же, да, получается у нас... Нет, мне нужно именно на скорость. А, скорость влияет пистолет. Сменить. Давай вот так вот сделаем. Да ладно, ты серьезно, что ли? Всего лишь на одну... На одну секунду меньше сделали. Урон, я так понимаю, тоже, наверное. Хотя, подожди, может быть, урон здесь будет самое то. Вот честно скажу, я даже не знаю, стоящее это или не стоящее. Проверим, короче, мы с вами. Ну что, поехали. Стадия 16 у нас. 3 этажа, 3 волны. Все как... Оу, летальный шеф. Шеф отряда охотников на зомби с кучей опыта. Шанс нанести критический урон. ОЗ броня. Блин, еще один у нас появляется. Так, у него урон 75. 75. У этого 156. Эх. Даже, я даже не знаю, ребят. Слушай, ну он приравнивается у нас по урону к нашему канониру. Подожди, а огнеметчик не наносит урона? Я только сейчас это увидел. Ну ладно, тогда мы меняем вместо этого. Ставим вот так вот. Настроить нам еще остается только лишь его. Экипировать. Ну вот так вот, предположим, да, будет? Ну что, друзья мои, стартуем. Стартуем. О, тут еще и ускорение идет. Так, это у нас зомби обычные или бронированные? Я уже и не помню. Понятно, теперь все мне понятно. Так, шипы. Еще перчатку сейчас сделаем с тобой, да и все. Накопим на вот этого чувака. Ну,
Где зомби? Зомби не вижу. Что происходит? Вот он. Ба-ба-ба-ба. О, летающий. Только начал играть, уже летающие появились. Ну что, нужен агент. В любом случае. В любом случае нужен нам с тобой агент. Твою ж налево, агент нужен. Там этот летает. Все равно агент нужен. Как ни крути, без него никуда. Но агент в одно лицо, это тоже, сам понимаешь, ничего не значит. Нужно ему вспомогаловку. Так, погоди-ка, вспомогаловку. Чем мы можем помочь ему? Вот так вот. Бамс, в хлам. Отлично. Так, еще один агент у нас с тобой откатился. Мы можем его взять, поставить вниз. Так, подожди, чтобы не отдыхали, давайте бомбите. Стоят там, расслабляются. Так, наверное, нам нужно сюда артиллериста позвать. Нашего канонира. Еще вот так вот сделаем с тобой. Давай, 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 прожимаем, прожимаем, прожимаем. Так, минус жиробас. Вот сюда не хватает нам, да, с тобой еще получается. Именно агента. Хотя нам надо посмотреть вот этот вот, что он делает крит урон. Хотелось бы глянуть, как это все выглядит. Так, давай-ка сюда шипы влепим. Куда ж ты полетел? На этом этаже у нас с тобой никого нету. Надо поставить. Сейчас накопим вот на этого командира. На шефа. Воу. С ракетами, отлично. Ракетники нам очень сильно нужны. И последняя волна. Так, тут у нас есть пробивальщик брони. Слушай, а он неплохо стреляет. Ты посмотри, он даже броню неплохо сносит. Вот этот вот шеф-то. И по ОЗ-шкам бомбит не кисло. Слушай, зашибись, чувак. Наверное, мы его оставим. Давай шипы. Так, здесь все отлично. Вот здесь немножко кисло идет, потому что нету пробития брони. Здесь, видишь, зомби идет. Сюда бы агента бы поставить. Да хотя уже, в принципе, волна заканчивается. Но на будущее вот так вот надо учесть. Так, давай вот так вот сделаем с тобой. Люто, люто колбасим, да? Вот агентушку сюда влепим. И все. Блин, нам нужно, чтобы у нас с тобой энергии за каждый вот этот ход давалось больше. Тогда у нас будет все четенько. Ну, как ты видишь, побед за нами. Угу, две медали получили. Ой, как классно. И генерала, естественно. Естественно, генерала. Так, по деньгам у нас что с тобой получается? А, секунду. Секунду. Мы можем прокачать повышение урона и скорости бойцов. Вот так вот. Дальше, по гаджетам. Вот, по гаджетам мы с тобой можем шипы прокачать, да? Либо галактический удар, либо приток адреналина. Я думаю, все-таки шипы. А, ну и все, пока. Так, экипировать, экипировать. То есть, все по фулке, да? Вот так вот сделаем. Ну что, погнали тогда мы с вами. 17-я стадия. Опять два значка нам будут давать, если что. А мгновенно перезаряжает все другие гаджеты. О как. Ну и куда же тебя воткнуть-то, а? Мгновенно перезаряжает все остальные гаджеты. То есть я использую, например, вот это кликаю, да, и могу опять использовать. Недурно, недурно придумано. Слушай, ну пока, наверное, я не буду менять. Пускай все как есть остается. Смотрим, где пойдут зомбари. Понял. Этот броневик, да? Это броневик Потемкин. Давай так сделаем. И... Ё-моё, а чё он так быстро шпарит? А чё он так бежит-то, как сумасшедший, сломя голову?
ускорение, понятно. Сделаем тогда вот так. Давай, 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 бомби там. Бубнит что-то мне. Если что, у нас есть перчатка. Можем ей воспользоваться, но нам нужны этажи. Опа. Понятно, давай быстрее. Уничтожаем их. Ну-ка, если вот так вот сделаю. Ой, а это еще кто такой? Качок, стероиды мощь. Медленный. Фига у него там здоровье. Да, давай попробуем. Твою ж налево, как он... Но он без брони, ребята, идет. Чисто мясо. Да, и с ним только вот этот чувак будет хорошо справляться, потому что у него урон, будь здоров. И это он один идет, а прикинь, если их пойдет трое, четверо. Вот, ребята, стоит об этом задуматься. Поэтому копим бабки еще на одного такого же бойца. Но фиг у нас еще получится, по ходу дела, да? Ну, конечно, ну-ка. Копим, копим деньги. Все, у нас есть с тобой достаточное количество денег. Давай, выставляем сюда. Ну, вдвоем они тут, ну, хоть что-то покажут из себя. Этот этаж в любом случае нам нужно с тобой открывать. Рано или поздно здесь будет кипиш. И нужен мне агент. Вот так тогда поменяем, наверное, мы с тобой, да? Пока. Откроем этот этаж. Ох, ё-моё. Опять идет, друзья мои, качок. Нам срочно нужен вот этот отряд вот сюда переставлять. И, наверное, не помешал. Во, давай вот так сделаем. Будем копить вот на этого шефа. Шефа армии. Поставим его, наверное, вот сюда. Very well. Very well. Качок, давай вниз. О, зазывало идет. Друзья мои, идет зазывало. Так. Блин, еще и пес. Что-то как-то не то, ребята. Пошла суета. Я уже просто чувствую, что здесь будет не все так просто и легко. Так, с качком бы нам справиться как-то, а? Ну-ка, если я поставлю шипы. Что-то оно не справляется у нас там. В одно лицо. Так, давай тебе наверх. Быстрее, быстрее. Там видишь, что идет? Гадость какая. Сейчас я еще одного поставлю такого чувачка. Наверное, вот на этот этаж. Вот так-то. Поменяем здесь. Шипы я влеплю сюда. Слушай, ну по-моему все очень даже хорошо получается. Последнюю волну мы с тобой дожидаемся. Вот она началась. Кто пойдет, смотрим. Так, собаки. Сюда мы поставим с тобой, наверное, агента. Пробивать броню. Плюс два качка идет по всем фронтам, ну-ка. Ну хотя бы так. Хотя бы так. Шипы сюда. Давай-ка, наверное, вот так активируем. Да ну, вот это я лопухнулся, ребята. Я... Ай-яй-яй-яй-яй. Весь бонус просто простреляли с тобой в стену. В закрытую. Зашибись. Обалдеть. Сделал. Удружил. Сам себе. Так. Качки-то подходят. Качки подходят, подходят, подходят. Давай шипы срочно. У нас один тут шеф. Он что-то как-то не может справиться с ними. Меняем. Да ладно, неужели пройдет? Так, помогайте, ребята. Фух, слава богу, помогли. Сюда поставим заморозку с тобой еще. Ну тут артиллерист, канонир, да? Плюс вот этот вот, команда. Да разберем, разберем. Тут уже без проблем у нас все пойдет. Девчули сейчас получают кучу урона.
И, в принципе, этот уровень у нас пройден. Причем идеально. Ни одной минки даже не потратили. Тактик 2. Ну что же, кучу денег, куча медалей и куча ящиков. Спасибо большое. И звание генерал. Ну что, друзья мои, так, что у нас там по ресурсам? Угу. Снижает перезарядку гаджетов. Так, что бы нам... Может быть, подкопим, а? Давай подкопим, наверное, нам с тобой немножко здесь. 26 тысяч. На шипы не хватает. Давай вот это, наверное, мы с тобой приток адреналина сделаем. Так, у нас еще... Опа, 10 тысяч, не кисло, да? 10 тысяч, как с куста. 10 тысяч, как с куста. Так, где мой отряд? Давай мы вот это вот снимем все и экипируем на автомате. Пускай он выставляет все самое лучшее сам. Вот так вот. Все, да, друзья мои? Ну что, стадия 18. Этажей будет 4, волны будет 4. Поэтому готовимся. Оу, тут еще и лифты. А, ну тут зато нету этих дверей, ворот. Понял. Ладно, тогда терпимо. Ну что, начинаем обычно с нашего командоса. Поставим шипы сюда. Наверняка в лифт хочет смыться. Наверняка. Кто-нибудь сейчас сиганет в лифт из них. 100% тебе говорю. Вон один пошел зомби в лифт. Вдвоем они ушли. Где же они? Ага, наверху. А мне бы вот этого поставить. Сейчас серьезно, что ли? Твою ж налево, блин. Давай сделаем так. Начнем отбиваться пока. Как-нибудь по-тихому. Спецназовца, что ли, поставить нам? Или нет, артиллериста, наверное, будет выгоднее, да? Так, артиллериста, и нам нужно с тобой покупать этаж. Так долго это продолжаться не может. Блин, не хватает именно самой энергии. Поэтому, ребята, я и пропустил ту покупку. Все-таки, мне кажется, лучше немножко подождать и подзатариться, да, получше. Собрать медалик, чтобы мы могли с тобой прокачать, опять же, дополнительную энергию. Так, 112 энергии. Покупаю я следующий этаж. Тут очень много зомбарей именно бронированных идет. Угу. А если так? Один этаж просто зачистили с тобой. И это круто. Так, ну что, агент, иди сюда. Ну никак без тебя мы не можем, понимаешь? Вот придется тебе стоять, отдуваться за всех. 56 энергии. 56 энергии. Куда ты пошел, а? Хорошо, наверх. Отлично, ребята. Такой расклад меня устраивает. Две волны мы с тобой переживем. Сейчас еще две волны пойдет. Так что готовимся. Куда ты полетел-то, а? Хлыщ. Ха. На. Отдыхай, качок. Друзья мои, тут идет... Эй, я не на этот этаж хотел. Да что ж ты будешь делать? Давай вот так вот. Поменяемся, наверное, да? Полный расколбас сейчас устроим. Слушай, а наверх улетел у нас этот... Летун. Давай с этим разберемся и наверх переходим. Здесь, наверное, шипы поставим. Опс. Юля, то туда, то сюда. Их не поймешь. Давай заморозку еще вызовем на помощь нам. Пускай замораживает. Так, прекрасно. Куда ты полетел? Так, с этой волной, я думаю, мы с тобой тоже, в принципе, справились. Вот здесь у нас никого нет с тобой. Поэтому надо хоть что-нибудь поставить. Хоть что-нибудь поставить. Шипы. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Давай-давай-давай этого Квазимоду валим.
Вот, кстати, как нету вот этих вот зазывал, да, бунтарей, все хорошо, все четенько. Как только появляются эти бунтари, которые с рупором бегут, начинается какая-то суета. А тут вот все идеально. Все спокойно, размеренно, мы с тобой играем, не напрягаясь. Так, надо мне, наверное, шефа сюда поставить, да? Вниз, мне кажется, так будет оптимально. Вот так вот сделаем. И перчаточку активируем с тобой. Во, то, что нужно. А здесь и так еще сделаем. Круто. Вообще классно, мне нравится. Так, ага. Вот на этом этаже небольшие проблемы. Ну, совсем маленькие проблемы. Даже можно на них не обращать, в принципе, внимания. А внизу, я думаю, тоже мы справимся. Ну, в помощь можно поставить шефа. Сейчас, должны успеть с собой его поставить. Вот так вот. Стоп, 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 стоп. Эй-эй-эй-эй, он... Ага, ты видел, там трехкратный урон получает он. Разбомбили, и он перелетает наверх как раз под мою элитную команду. Дурачок, а? На! Зомбобастер 3. Еще бы. Так, значки. Великолепно. Генерал, естественно, друзья мои. Так, ну что, теперь, наверное, нам хватит с тобой, да? Хватает. Так, повышает количество производимый. Так, 16, да, будет за каждый ход. 16. Давай, наверное, мы начальную энергию с тобой прокачаем. Вот так вот. И пока прибережем. А здесь у нас 7500 в карман упало. Прокачиваю шипы. 36, да, я так понимаю, сейчас прочности будет 39. А набор перезарядки. Она тоже, кстати, перезаряжается. Сам гаджет. По времени. Ну да ладно, это уже не страшно. Так, подожди-ка, давай-ка мы вот здесь снимем все и экипируем. О. Ну что, погнали. Стадия 19 у нас с тобой. Вперед, как говорится, из песней. Меткий стрелок. Отличный снайпер со своими любимыми наушниками. Стреляет сквозь зомби. Стреляет сквозь зомби. То есть он. Она делает пробивной удар, да? Насквозь. Вот это круто. 250, правда, она стоит. Недешево. Но. Мне кажется, она того стоит. Так, давай, наверное, мы уберем заморозку. И вот так вот сделаем. Настроить, естественно, нужно ее настроить. Вот так вот. Ну что, готовы? Поехали. Блин, а что три этажа-то сразу же? Блин, они скоро все этажи мне будут закрывать. Оу, тихо, 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 песе. Блин, он не один здесь. Давай, шеф, отдувайся за всех. И он, кстати, неплохо справляется с этим делом. Очень неплохо. Я бы даже сказал, великолепно. Все, да? Бонус кончился стрельбы. Ну, а мы с тобой сквозь зомби стреляет. 250 энергии. Кстати, о, видел? Двойной урон получил. Оу! Это что у нас такое? Бот. Просто сломанный робот, действующий как зомби. Просто, да не просто. Походу, дело, он в броне, да? Он в броне, ребята, по-моему. Блин, этот... И еще бугай, ой, бугай. Зазывало этот идет. Ну-ка. Есть контакт. Перчатка Таноса сработала сейчас идеально. Слушай, ну без командоса мне как-то тяжеловато здесь играть. Мне он нужен. 250 энергии. Да, дорого стоит, ничего не могу сказать. Как бы мне его заполучить-то побыстрее, а? Это если только вот... Ты откуда еще тут взялся? Мелочь. Во-во-во-во, началось, началось. Крики, суета. Нету, ребята, возможности у меня тут больше терпеть.
И рад бы был не тратиться, но видишь, не получается. Так, срочно вниз. Шипы. Давай сюда. А как быть-то? Вот так вот есть только, да? И вернуть. Успею, нет? Успел. Так, а вот здесь-то успеем? Есть контакт. Так, теперь сюда вниз. Блин, офигеть, я просто на миллиметронах играю, если честно. Робот, это ты еще псих. Мне, наверное, не получится, да? Вызвать. Хотя, подожди, может быть, все-таки получится. Давай сюда вот вниз спустим. 250 нужно. Поставлю, наверное, вниз его сюда. Да. Он как отдельная единица неплох. Конечно, нужно будет ставить рядом с ним агента, чтобы мы могли пробивать броню. Но агент стоит 96, так что сейчас приобретем, наверное, его. Давай шипы влепим сюда. Оу. Подожди, 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 наверху-то проблемы. Твою ж налево. Неужели пробежит? Пробежала одна псина вшивая. Ах, как же меня она бесит, а? Вонючая псина. Пробежала, да, ребят, пробежала. Не могу понять, почему агент наносит так мало урона. Ну, бронявый, да, ты же броню хорошо снимаешь. В чем проблема-то у тебя, не пойму я. Еще и пройдет, да? Прошел он, не шиша. Так, ладно. Отбиваемся дальше. Так, этот этаж у меня пустует. Этот этаж у нас пустует. Куда вы бежите, а? Сборище всяких недоносков. Так, давай сюда. Нет, вот этот, конечно, парень хороший. У него трехкратный урон может вылететь. И бомбит он недурно. Слушай, наверное, нам надо вот так вот ставить двух агентов. Ну, не справляется один агент с броней этих роботов. Окей. Давай так сделаем. Ё-моё, тут притесняют. Ой, я наверху-то, что творится? Как, блин, тут сделать? Подожди-ка, вот так, наверное, мы с тобой сделаем. Поехали. Ну, окей. А этот пройдет, да, все-таки? Нет, не прошел. Сюда тоже нужно двух агентов. Короче, давай так сделаем с тобой. Фух, блин, вот все-таки одного мы с тобой пропустили. Как это не печально признавать. Да, друзья мои. Ну ничего, в следующий раз мы с вами обязательно отыграемся и получим так, металлический бластер и каратель 2. Получим с вами генерала. Никуда он от нас не денется. Лейтенант. Так, две медальки. 7500. Отлично. Вот это я понимаю, награды. Ресурсы. О, 5 значков, ребята. 310 энергии будет, да, изначально? Беру. Беру. Повышает скорость генератора энергии. А время производства? Нет, мне нужно вот это, ребят. Производство энергии, чтобы за один ход у меня падало 16 энергии. Ну что, друзья мои, давайте, наверное, на сегодня пока закончим. Остановились мы практически в шаге от босса, но в следующей серии мы перепройдем с вами 19-ю стадию, 20-ю, и на 21-ю мы с вами вступим в бой с боссом. Но еще раз тебе скажу, что юнитов еще у нас будет 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 юнитов еще не открыто, и, наверное же, столько же зомбарей. Ну что же, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.